Когда хочешь порадовать себя своих любимых, то надо разбить яйца, отделить желтки от белков, к белкам добавить щепотку соли и сахар, взбить все в пышную плотную массу, добавить желтки и перемешать, затем добавить муку в два захода вместе с чаем матча. В самом конце влить молоко и вмешать его в тесто до однородности, вылить тесто в форму и выпекать в разогретой духовке при 170 градусах 35-40 минут. Бисквит обязательно нужно пропитать. Для этого надо смешать воду с сахаром, добавить ром или коньяк и довести до кипения. Алкоголь выпарится, а приятный аромат останется. Остывший бисквит разрезать на коржи, желательно ровно. Для крема в начинку надо соединить творожный сыр, сливки, сахарную пудру и взбить на высокой скорости до плотности. Корж пропитываем ароматной пропиткой, отсаживаем крем по краям коржа, а внутрь кладем начинку. У меня это клубничный конфитюр. Кладем следующий корж и все повторяем, пока не соберем торт. Его, кстати, надо обернуть. У меня нет специальной пленки, поэтому обернула обычной пищевой и убрать торт в холодильник на ночь. А крем для выравнивания торта, в моем случае, для обмазки, готовится так. Белый шоколад надо растопить. Я делаю это в микроволновке. И немного остудить. Взбить размягченное сливочное масло с творожным сыром и влить шоколад. Еще раз взбить. Достаем торт из холодильника и наносим, кто как умеет, крем на торт. Выравниваем, или обмазываем его. И украшаем, полагаясь на свою фантазию и умение. Я вот посыпала чаем матча и покупной посыпкой. Какой цвет и вкус у торта благодаря чаю матча, вы не представляете. Попробуйте, будет обязательно вкусно.